может пригодиться. ПНВ скинуть можно. Нет, не отдам такой. Продашь? Да. Знаешь, какой дорогой козел? Да. У тебя, кстати, ДВ есть какой-то? Нет. Оно нам надо? А вы мне вроде слушаете? Да. Метками будем общаться. Вернее, нет, ставить. А, есть, то отлично. Будешь общаться. Но Шульман выкинул ДВ, поэтому связи с ним не будет. Только пока вышки. Кто там, кроме Шульмана, еще есть? Ну, имеется в виду, никто с ДВ нет. Только, а, Аздоник в лавке, вот. Блин, Шульман еще синие метки не составит. Ладно. Почему он так далеко? А под коробой, мы сейчас пока добежим, блин. Нас уже перестреляют. Лучше же сразу все. 10 турбуэс. Отлично. 10. Что у тебя? Да. На 120. Сохрани. На 120 уходим сразу. И на 80. Понял. Смотрите направо, я говорю. Периодически. Стоит ли вообще, как думаете, лезть туда? О, под вертушки били, что ли, нет? Неизвестно. Что, мне как-то стремает лезть туда наверх, если честно. Нам надо наверх лезть? Ну, вообще нет. Нам проверить бы желательно сверху, что там есть. Я, в принципе, могу с этим сердцо пойти. Да, что-то один. Только, ну, может, лучше не будем? Да, давайте по берегу пойдем, и не будем туда суваться. Тихо, спокойно. Да. Мы пока к склонам прикрыты, поэтому нам тут, в принципе, без разницы. Снайпера не пропустить. Да вот меня больше не снайпер пугает, а БМП. А на БМП наверняка будет смотреть противоположную от нас сторону. Туда. Ну да. Но вся надежда на Шульмана, что они запалят. У них как раз выход будет с направления на бэхе. Ну мы да, по берегу идем. Не по берегу, а по окружности горы. Сейчас на 100 идем. Сейчас до камней дойдем, сделаем привал. Догоняй нас. Или бинокль. У меня нет бинокля. Я медик без медицины. Я могу отдать дальномер, у меня с винтовкой и бинокль. Отлично. Тогда ко мне и сделаем обмен. Короче, дал метку на бункера. Блин. Так, Верас, ты где? Сориентируй. Ну, южнее нашей метки. Ты до дороги не дошел еще, да? Нет, нет, я севернее метки, нашей метки. Вот, то есть ты между холмиком 55? Я тут еще шарюсь в том лесу. Ну, то есть между высотой 272 и 55, да? Да. Понял. Я поднялся, покажу, ой. Смотривайся. Боюсь этот гребаный ДШК. Да, ДШК на меня смотрит.
Нет, там тех вы, ну, залазит в него и вылазит сразу. А БМП, походу, наверху стоит. А, и у них еще этот есть, как он... Да? Метис. Угу. Это группа Шульмана. Калаши у нас шмалят. Слушай, давай обойдем 55, через 55-64 по берегу и потом к бункерам подойдем поближе через вагону. М? Как думаешь? А я уже на нашей метке 1-1С. Ну, придется отступить. Сейчас, я смотрюсь. Я примерный маршрут накидал, чтобы ты понял. Не, как бы понял, но я не вижу смысла нам так сильно обходить много. А нам либо с дороги, там тогда сейчас на дорогу, нам, если мы сейчас пойдем, мы выйдем на проплешину. На проплешине нас видно будет, нас просто порешат. Просто они скорее оттуда готовы кого-то встретить, ждать. С берега? Ну да. Тогда с дороги, да? Лучше с дороги, ну с дороги отсюда, с этой стороны. Я бункер вижу, может я его буду мониторить, у меня оптика, попаду точно. Вот так тогда, да? Да, а, я уже почти у зоны. Красный. Вижу УАЗик. То есть я что, УАЗик буду снимать? А, это не УАЗик, это... Нет, УАЗик. Вижу. Ну, я пошел вперед. Прикрываясь кронами, попробую пройти к дороге. Надеюсь, мне никто не насует спину. Нам подняться придется. А вы, тебе там как, не достать? Я никого не вижу, только слышу. Понял. Че, поможем или зону будем работать? Ну я могу тело уже отработать одно. Я не работаю пока. Смотри, если ты сейчас его отработаешь, тебе надо будет уйти. Понял? Смотри, ты уйти. Ну, выстрелил и ушел, все, свалил. Ну или да, пока вы в лоб не спаришь. Я его всегда успею убить, он сидит прям на этом. А нет, я его убиваю. Убиваю. Он сел в ДШК, да? Выбежал, да, бежит в бункер. Убил, нет? Нет, нет, я не начал стрелять. Вот хорошо бы ты выстрелил, когда ДШК стрелял, вообще было идеально, но ничего не понял. Тогда я к бункеру двигаюсь. Они выцеливают, слышь? И тебя. Понял. Смотрят на дорогу? Смотрят на УАЗик, да, и на дорогу получает. Может, меня? Короче, увижу, начинаю убивать. Да. Я буду сближаюсь тоже сейчас. Газик поехал, газик поехал. Куда? Поехал к дуге вниз. К дуге к станции. Ой. Ага, понял. Ну я не буду принимать его, что газик-то с туром бить, РПГшкой. Он без колеса, он... Ох. А, нет, с колесом, что-то он застрял. Так, это что, наша, нет? Да это снайпер бьет, где-то возле газика, я говорю, бить шрим. А, их там перебили уже? Нет, шрим, а тут шрим, он снова СВД еще на горизонте. Так, сейчас ползком подберусь поближе. Нам надо сейчас, если мы открываем огонь, очень быстро действовать. Нам надо лютый раш устроить, если мы откроем огонь. Двумя людьми. Ну. А бы тебе бункеры видно с твоей позиции? Это чего? Тело сидит. Это по зоне прилетел. Это они стрельнули или мы? Нет, по зоне, это наши. Ой, наши сосновы. Так, сейчас еще подползу, как раз в контроль смогу бункер. Ты, наверное, рядом, да, с ним? Нет, конечно, никого не наблюдаю. Угу, да, хорошо. Я на западе от бункера, метка стоит. Ну я, значит, к тебе приближаюсь.
Наверно. Но сейчас я не смогу прикрыть. Побежал еще один. Кого-то вижу в нем. Который в лесу стоит, в нем он стоит. Ранен. Верст. Я тоже. Отступаем. Блин, ранен. Как я не вовремя. Стреляй, стреляй по выстрелу, блин, стреляй по выстрелу. Верст. Верст. Есть кто? Прием. Прием. Есть кто на КВ? Есть, мне в тылю. Понял. А вы живы? А вы живой, на снайпера охочусь. А Верск, что, все? Похоже, да. Короче, бункер севернее. Ой, да. Короче, все началось с того, чтобы Верст промазал. Да, он бы убил бы, если того, как чувака, все было бы хорошо. Короче, чувак, в бунке на юг смотрит. На юг? Да. Хорошо. А что там, Шульман живой, нет? Без понятия, я сел на вертолете. Понял. Вверх краш, короче.
Тут еще кто-то. Я окружен. Ты в бункере? Нет. Я сдох. Я убил. Вора? Вора? Баллен. Крабзе.